это сделала? Что? Тебе что, язык отрезали? Язык отрезали? Погода этим летом в наших краях стоит хорошая. Земля удобренная. Окучивали по предписанию. И картофел, он у нас, знаете, такой крупный получился. Замечательный. Поливали через день обильно. Индейская морковь, груши, земляные, все собрали. Холопы отродясь такого не видели. Где Павел Петрович? Народ темный. Остался. Кто не ведом, то страшно. Овощи ему неинтересно. Но все делали как под предписанию. Браво. Браво, Дарья Николаевна. Спасибо. Позовитесь. Лука с ним? Да. Где Павел Петрович? Настроен решительно. Упражнялся в признании. Главное, чтоб ты не упражнялась. Понравилось, Ваше Императорское Величество? Испугали. Понимаете, мраморные статуи не по карману, а украсить парк? Ваше Светлство, хочется. Крепостная показала. Пойдемте, покажу вам у нее картофель. Руки, ноги отрублены. Сама видела? Господи, не видела никогда что? Такого. Язык вырван. Все. Арестовать Салтыкову. Вот, извольте посмотреть. Покажи самый большой. Какой урожай? Вот, свекр покойный. 30 лет назад сажал. Ну-ка, расскажи. Ваше Величество, выросли клубни размером с куриное яйцо. Старый барин помер и позабыл, что и как. Вот нынешние мясистее будут. Браво. Браво, Дарья Николаевна. Увести. Пойдемте, пойдемте, не заставляйте применять силу. Ваше Величество, что происходит? Меня, Ваше Величество, если бы я знала заранее... Уезжай, Ваше Величество, оставаться небезопасно. Ваше Величество! Уезжай! По сторонам, смотри! Стой! Пустите! Осторонись! Ваше Величество! Беречь императора, нас дюжина, а крестьян полтысячи. Осторожно! Я не уеду, пока сама во всем не разберусь. Крестьянам раздать денег, искалеченную вольную. Ваше Величество, подарки, дознание, суды, потом, все потом. Сейчас уезжайте немедленно. Следи за толпой. Держать строй. Я прошу вас. Проводить, охранять. Лука, в карету, бегом! Смотреть по сторонам. Так. Быстрее в кареты. Учетные книги? Все. В карету, Фёкла, в карету. Управляющий? А есть еще документы? Нет, все здесь. Налоговые листы в сохранности. Записи велись. Мертвых хранили по учету. Записи велись, проверяющие наезжали. У нас все... Немедленно уезжай! Куда прет? Куда? Погоди, куда? А со мной? Со мной? Как? Кто она, собака? Держи его! Убить его надо! Уйдет! Смотрела и не видела. Я не разбираюсь в людях. Я не понимаю Россию. Ваше Величество, путевой дворец скоро. А тоже найти, переночуйте спокойно. Завтра утром продолжим путь. Приказываю ехать всю ночь. Останавливаться только при перемене лошадей. Прочь с московских земель.